Це котик штурм, да? Так. Служу России. Поздравляю счастья, здоровья, скорейшей победы. Федя Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции.
забуду тебе тоді, коли на землі не буде води. Я забуду тебе навесні, як квіти цвісти не будуть. Я забуду тебе в ту мить, як ти знову прийдеш живий. Я забуду тебе, як сонце світити не буде.